Președintele rus Vladimir Putin a semnat în această noapte decretele prin care recunoaște independența regiunilor ucrainene Zaporojie și Herson. Cele două regiuni au votat săptămâna aceasta pentru aderarea la Federația Rusă în cadrul așa ziselor referendumuri nerecunoscute la nivel internațional. În discursul de noapte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a condamnat din nou decizia lui Putin de a mobiliza parțial cetățenii ruși și de a anexa cele patru regiuni ucrainene. Это позор и вранье с какими-то псевдореферендумами, с какими-то признаниями и аннексиями закончится для России еще большим позором. Никто не должен участвовать в позорной войне. Дагестанцы не должны погибать в Украине. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Liderul de la Kiev s-a adresat direct rușilor mobilizați de Putin și le-a spus că trebuie să reziste și să se opună recrutării. Все народы на территории России, у вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине, ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга. Ни перед вашими отцами, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. Mai mult, președintele ucrainean i-a împins pe ruși la revoltă față de liderul de la Kiev și regimul său. Боритесь, чтобы не погибнуть. Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Zelensky a vorbit și despre viețile rușilor luate de armata ucraineană în timpul invaziei într-o încercare de a-i speria pe cei care sunt de acord cu mobilizarea. 58,5 тысяч российских солдат погибли в Украине. Они пришли нас убивать и погибли. Вам не называют это число, вам врут, что погибло якобы около 6 тысяч. 58,5. Вот в чем правда.